Смотри, Дима, у меня есть карта. И тут безопасный путь. До дома, до садика. Здорово! Мы выходим из дома, мы видим этот магазин, магнит, а там светофор. И его только можно переходить на зеленый свет. Понятно. Дальше мы проходим мимо магазина «Орви». Посмотри. По пути мы увидим знак пешеходного перехода. Как он называется? Пешеходный переход. Молодец. Дальше мы проходим мимо детского магазина «Мурзилка». Это центр занятости. На, посмотри. А что такое центр занятости? Это там люди ищут работу. Впереди у нас банк, а вот наш детский сад. Запомнил, Дима? Угу, запомнил. Молодец. А если ты все понял, то завтра утром встречаемся у этого магазина. Хорошо. Привет, Ява. Привет, Дима. Пойдем, я тебе покажу безопасный путь в садик. Пошли. А мы проходим сейчас в магазин «Орви». Пошли, покажу. Смотрите, это знак пешеходного перехода. Нам надо с тобой идти прямо. Это магазин «Мурзилка». Там много-много игрушек. Нашего детского сада. Пошли. Дим, а ты знаешь, что это за здание? Да, знаю, это банк. Пошли. Вот мы и пришли на детский садик. Ура! Мы выбираем безопасный путь.